Сегодня у нас хорошая погодка. Вроде бы как и солнышко светит, и вот такие тучки набегают. Ветерок прохладный. Здесь вот мои цветочки. Сейчас вам покажу. Я буду сегодня копать картошку. Сейчас дойдем, посмотрим, что у меня за картошка. Хочу вам показать, у меня распустилась поздняя лилия. Посмотрите, какая красавица. Просто красавица. Ну, вот здесь вот у меня астра. Астра здесь сама всходит у меня. Я ее не сажаю. Конечно, ранняя лилия была бы ее больше видно, но вот так вот. Здесь у нас столик стоит. Муж отделал погреб сайдингом. Теперь здесь вот у нас все дом. Так вот. Видите, какой ветерок. Ветерок северный, прохладный. Очень комфортно. Наконец-то жара кончается. Хочу вам показать еще вот у меня здесь за домом. Сейчас открою дверь. Вот здесь у меня была большая абрикосина. Такие вкусные на ней абрикосы. Это не просто какой-то абрикос. Он был такой сортовой, крупный, очень ароматный. Но вот второй год подряд он у нас вымерзает. И мы решили в этом году его убрать. Убрали пока все мелкие ветки. Остался вот такой ствол. И попозже немножко и ствол уберем. И здесь у меня внизу смородина. Черная смородина, два куста. И потом ёшта, два куста. Здесь у меня еще пионы. И вот хочу сказать, что смородину, где бы мы ни садили во дворе, она у нас все время к августу месяцу выгорала, высыхала, независимо от полива. Здесь посмотрите, какие хорошие кустики. Высокие, они где-то выше мне пояса. Вот, хорошие кустики. И здесь много и смородины, и всего. Потому что здесь полдня солнце, а полдня тень. Ну, вот так. Подходим к моим девчонкам. Вот так ей там хорошо очень живется. Был даже дождик. Вот этот полок, он не промокает. Ночью был дождь. Здесь, видите, сыро, а там у нее сухо, все у нее там сено лежит. Девчонки стали ленивые, совсем спят целый день. Ну вот моя картошечка. Картошка неплохая, но сразу скажу, одна грядка мелочь. Одна крупная, одна мелочь, одна крупная. Ну так в целом неплохая. Вот так вот я копаю ее посередине. Кидаю, пока копаю, она немножко подсыхает. Сейчас буду вот где-то на этом участке полтора ведра картошки посажено было. Ну вот столько получилось. И мелочь тут есть, но в основном вот такая вся крупная. Вот такая даже есть, видите? Вот такая средняя, вот на пол ладони. Это красная картошка. Это здесь белая у меня, среднеспелая. Здесь был один рядок синей картошки. Синяя картошка. Сейчас покажу. Вот видите, какая здесь красная. Вот такая синяя картошка. Ну, вот она такая. Вот такая. Но не в каждой грядке, не под каждым кустом была хорошая картошка синяя. Точно так же, как и красная. Сейчас буду собирать ее, носить в
сарай и посмотрю, сколько ведер получилось. Еще не всю докопала. Вот здесь вот картошка такая, видите, еще зеленая. Это здесь шершавая посажена. Ну, пусть она еще немножко подсохнет, ботва. Вот. И вот там вот такая же красная картошка. Ну, ботва здесь тоже вот позеленее. Через несколько дней буду ее сажать. Ой, копать. Вот сейчас посмотрим, сколько. Все, что выкопала, все переносила уже сюда в сарай. Положила на погреб, чтобы картошка дня два полежала, посохла. И буду убирать в погреб. Здесь получилось у меня 10-12-литровых ведер. Картошка, конечно, посмотрите, какая хорошая. Но и много мелочи. Уже буду спускать в погреб, уже посчитаю обыкновенными ведрами, уже едовую картошку и семенную. Остальное уйдет на корм животным. Ну, нормальная картошка. В прошлом году была лучше. В этом году вот такая вот. Красная прям вообще уродилась хорошая. Но я сильно большую тоже не люблю, ее плохо чистить. Смотри, какая красавица. Я вот люблю вот такую. Такую картошку. Вот. Осталось у меня где-то 1,5 ведра посаженной картошки, но это на огороде. Дня через 2-3 отдохну, вот я, и буду дальше сажать. Ну, пока что вот такая. Там, я думаю, что будет еще крупнее картошка.